Всем доброго времени суток. Сегодня 23 марта 2018 года. Нахожусь я на своей пасеке. Сейчас уже где-то около 4 часов вечера. На улице плюс 8. Где-то около 9 градусов тепла. Плюс 8-8,5. И вот пошел небольшой облет пчел. Так как у меня улья стоят на север летками, то облет обычно происходит так и в летнее время после 5 часов вечера. И также и раи позже выходят уже где-то после обеда, а не в 10 утра. Но суть не в том, а что сегодня хорошая погода, и пчелки решили выйти на облет. Было у нас уже снег один раз расставал, это опять насыпало. Но я посыпал все это дело попелом, пепелом с грубки древесными и с брикета сыпал золу. И снег более-менее на участку возле пчел посходил. Вот видно, где пепел уже до земли полностью растало все. А вот здесь вот возле забора и сугроб, и снег не тронутый, не посыпанный, он как лежал, так и лежит. Только вот пораставал возле ульев немного. Здесь у нас семья пропала за зиму. Эти вот пчелки, что также почти пропали, осталось там полрамки. Пережили трехдневный мороз, где-то 15 градусов было. Думал, пропадут, аж не перебыли, короче, этот мороз они. И здесь у нас получается более открытое пространство и ветер, так пчелы на облет не выходят. В этих вот ульях есть, в двух. Здесь также есть, и здесь есть, и в белом том есть. В этом улье у нас баксвост, пчелы тоже сидят, не выходят. В литке видно, там в глубине, ну, на облет не идут. А вышли сегодня только с двух ульев. Более-менее так летают. Здесь возле них я положил вот досок, резину, чтобы не падали на снег. Здесь такой вот небольшой облетик. И вон там, в зеленом крайнем, также облетывается. Здесь уже немного начали тоже вылазить. Думаю, покуда солнце, так пускай летает. Солнце, что он высоко у нас. Ну, здесь более такой интенсивный облетик. Уже где-то они здесь больше часа летают. Уже хорошая часть семьи облетелась. И здесь вот видно, в снегу лежат пчелы. Да видно, сели в тени, такие попропадали. И мы их немного пособираем. Таких вот, где в тени пооставались. Положим наверх, на крышу, на рубероид, он теплый. Они подходят, потом полетят. Здесь я оставил прикормку, подкормку перед морозами. Это дней 5 назад. Пол-литра сиропа с расчетом 1:1. На литр воды килограмм сахара. И добавлял окситетравет. Это группа антибиотика, чтобы это назематоза не было у них весной. Добавил. Раньше то не пользовался, но в этом году такая затяжная весна. Вышла, порешил добавить антибиотика,
чтобы они не обгадили рамки и улей. И вот такие пчелки у нас жвавенькие. У нас здесь на юге Беларуси, это Полесье, Припятская низина, то весна рано обычно начинается, это в этом году только так. И вот буквально, думаю, если будет днем тепло, то через недельку уже и обножка пойдет. Нектар-то не знаю, покуда что ива. Не видно, чтоб выпускала что-нибудь. Ну, пыльца то рано начинается. Буквально снег даже полностью не сойдет, а уже обножку носят они. Это улей у нас пустой. В том году как пропали, так я и не заселял сюда еще. И те два пустые вот тоже, что у кадра по центру сейчас. А это вот у нас семья. В том году я рано рой посадил. Есть у меня видео на этот счет, как я сажал его. Вышел рой в конце апреля. И когда сажал, на улице было, наверное, около 12 градусов тепла, что пчелы даже замерзали под ульем, когда падали. Вот пчела, видно, подмерзшая такая нашел. Но еще сами с лапами шевелит, сейчас забросим на крышу, а это отогревается. Вот они, насобирал я пчел. Положу на крышу сейчас, покажу вам вот. Что бросал, уже бегает. Вот пчела тоже замерзшая лежала возле улья. Положил, она отходит уже. Так и это я тоже. А было на ту сторону немного наклоном туда. Крыша двухскатая. Так. Там теплее, солнце нагрело. О, позагребал. А это огревается пчелки. Топтаться особо не будем, то что тут по траве много пчел сидит. Также и на мне насело уже. Чтобы тулья далеко не сносить, их надо сгонять. Здесь у меня навес. Крыша большая такая, наверное, метров сколько будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть листов. Шесть, где-то 7 метров. Даже больше, 7 на 7 или 7 на 10. Чему я говорю, вот снег еще лежит. То где снег, то хорошо пчелам приобретется сидеть на крыше этой. Шифер теплый. И здесь крыша, там парник, теплица. Тоже на пленке сидят много. Где-то на глаз села ко мне. Согнал. Вот. Посмотрим, что завтра будет. Передавали на воскресенье по Беларуси у нас до плюс 9. Но обычно в нашей Припятской низменности, в Припятской Полесье, намного теплее. То, думаю, будет все 12-13 градусов. Снег уже сошел почти вокруг. Сойдет снег, земля будет греться.
думаю, уже в этом году надо рубероид перекрыть. Или техноликоль положить лучше, конечно. Но он дорогой. Посмотрю, где-то куски были. Положу. Вот наши пчелки. Это пчелки, что я пособирал возле улья. Подходили. Ползают все уже. Подогреваются. До улей полетят. Вот видно. Только-только отходить начала пчела. Посмотрим на самом летке, как летает. Первый весенний гул. Хорошо. Вот насобирал еще немного пчелок я, положил на крышу, вот его, хай отходит, да в улей залетает, мешать больше им не будем, пойдем с пасеки, чтобы не топтаться, на снегу садятся пчелы, плохо конечно, чтоб садились везде на рубероид, на крыше, не мерзли. А на снегу, конечно, позамерзает. Когда пчелы облетываются, так вот немного, так стараюсь собирать, ходить замерзших. И забрасывать, отогреваться на крышу. Вот. Сколько их. Жалко. Перезимовали, чтоб пропали. Так что не поленимся, пособираем немного. Вот уже такие подмерзшие. Ну, полетело. Надо меньше топтаться, то что в снегу много. Здесь вот уже вылезли. А здесь много совсем валяется. Вот его пчелы. Я сейчас еще немного похожу, да, пособираю их всех. Пособираю, посажу на крыше. Пускай отогревается. И в этом вот улье уже пошли, выходят. Если бы на восток стояли летками, то бы уже давно облетели. Но лучше облет такой небольшой, так тогда меньше пчел пропадает. Потому что если сильный облет, то много пчел в снегу пропадает. Вот лежат, вот шевелится еще. Буду, короче, собирать и на крыше их ложить, где солнце светит. Здесь уже вот мало солнца. Ну, в основном, у нас сегодня это этот улей облетелся более-менее. И вон тот. Если такая погода будет, так не будет возможности расширять особо, то опять роиться будут в конце апреля. Обычно у нас раи ранние, даже когда-то в лесу ловушки ставят, то тоже в середине мая, в конце апреля садились. Это там пчелы в колодах живут, то роятся, их никто не контролирует. И они рано-рано раи тоже отпускают. Начинали разводить тоже так вот с леса диких пчел ловили этих в основном. Потом уже на своей пасеке раи много были, так размножались на месте. Ну, иногда ловлю для обновления крови, чтобы разные были уже. Вот в этом вот желтом, что я показывал,
что почти пропали. Это позатом году я словил их. И в том году на сезон они дали меда нормально. Ну вот, буквально пропали. Попробую в этом году словить еще семей. Хотя 3-4 для обновления. Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Будем стараться снимать, что делаем на пасеке и так. Всем удачи, до свидания.